Национальная идея уже есть, она существует, просто она не оформлена должным образом, и она не обусловлена пониманием власти. Национальная идея – это человек будущего. Человек будущего, который должен сегодня получить необходимый объем знаний, необходимую культуру отношений к своей собственной стране, правильное перспективное понимание того, что ждет нас в будущем, а ждет нас в будущем далеко не самые благостные времена, ответственность за то, что произойдет в будущем, а не разбазаривание, как это делаем сегодня, наших энергоресурсов, понимая, что наши внуки уже ничего не получат, а каких-то серьезных глобальных фундаментальных разработок по поиску нового вида энергии, мощного, дешевого, например, условно говоря, водородное топливо или топливо из воды или какие-то другие моменты, мы этой работы не ведем. Более того, мы и не направляем нацию на реализацию задач по становлению будущего. Вот мы сегодня та нация, которая не думает о будущем. А вот национальная идея – это как раз человек будущего, его форматирование и формирование сегодня и его правильное понимание того, что нас ждет и что нужно сделать завтра.